Всем привет! Сегодня у нас на ужин будет царская рыба линь. Она еще утром сегодня плавала. Сейчас я ее быстро зашкерю, почищу. Соль, перчик, немножко помаринуется с часик и будем жарить. Но мы будем не одну ее жарить, у нас еще там молоки лосося, где-то с килограммчик. Так что сегодня будет царский ужин у нас с супругой, пятничный. Посолили, поперчили и пусть постоит с часок. А вот молоки мы вчера уже замариновали. Тоже соль, перец, все, ничего лишнего. Сейчас постоит, просолится маленько и будем жарить. Линь пожарился у нас, вот так вот подрумянился. Молоки мы уже с супругой тарелочку умяли одну. Вот это уже вторая, ну и там еще две сковороды. Молоко вкусное, лососевое, свеженькое тоже. Салатики вот такие, такие вот летние. Ну как обычно, редисочка, огурчик, лучок, помидорчик и укропчик. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает. Мы садимся тоже кушать. Всем всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Пока-пока.